остановил машину на район Глинского, чтобы переобуться. А тут ее яшмы или яшмоиды. Вот это красное. Пилить надо. Какая-то порода. Какие куски красной яшмы. Вся дорога в яшме, наверное. Красная эта яшма точно. Вот еще вроде какая-то. Ладно, посмотрим. Тоже сургучная какая-то. Вообще распилить на срезе, это, конечно, интересный рисунок будет. Но это вот неподъемный кусок здесь. Здесь несколько другой цвет. На поле, которое я проезжал, еще колосовые не убраны. Там в прошлом году яшма была желто-оранжевая такая. Здесь вот совершенно другая. Пойду в другом направлении. Ну вот, не мудрствуя лукаво, пройти по тому месту, где трактором поверхностный слой сдернут. Вот, пожалуйста, какая-то сине-зеленовато с красными прожилками. Яшма, тут ее полно. Темная с красными прожилками. И тут все усыпано. Пойду дальше, пройдусь. Так, яшма. Тоже интересные кусочки.
прямо в глаза бросается. Ищешь другую, попадается это. Уже, в принципе, ешмует. Тяжеловатый. За водичкой схожу, посмотрю, что за цвет. Вау. Той же оперы. Дорога по яшме идет. Ну, в общем, как-то так. Яшм или яшмой. Да. Красава. Какие-то мухи появились. Ну, вот что-то тут. Порода какая-то. Ах ты. Что ж ты большой-то такой? Ну, интересно посмотреть. Да. Какая-то порода.
Каких только каменючек не лежит на Урале, всяких разных цветов и форм. Вот как вариант, конечно, камни искать. Вот не видно, где-то трактор уже скрылся. Вот за ним идти или по вспаханному ходить. Трудновато, конечно, комки большие. Но если есть, к примеру, яшма недалеко, так почему бы здесь ей не быть? Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста, и яшма. Ой-ё. А вот если еще эти комки разобьют, вообще красота. Так, ну ладно, в этих очках, конечно, я ничего не найду. Надо к машине идти. Тоже кусочки яшмы. Другого-то здесь ожидать и не приходится. Ну вот примерно так. Сбилась. Он пашет, а вы ищете. Ищите и бресите. Едешь вдоль дороги, на поле посматриваешь. Вдруг что-то почудится. Ну и вот идешь смотреть, что там почудилось. Среди черного поля там красная глина какая-то выскочила. Так. Интересно. Ну, тоже видите, какие яшмы. Ух ты. Вот это яшма. Да, тут везде на поле можно найти. В книгах так и написано, что красивые рисунки глинской яшмы. А яшму можно найти под пахотными землями. Вот и вылазит то там, то здесь. Так, ну вот глинка, да. Вот глинка. Ничего интересного. Кроме яшмы, да? Какой-нибудь бы хоть кварцевый развал бы вылез. А в нем, ну, что-нибудь. Ну, насколько весьма симпатичный переход в зеленый цвет. Да. Может, тут и есть что-то яшмоидное. Вообще-то
Ну ладно. Необъятные поля. Дождя нет, не жарко, красота-то какая. Поедем, прокатимся. Ну, отмоем дома. Посмотрим, что хоть здесь такое представление, чтобы иметь. Да. Кому яшма нужна? Углинку. Welcome. Найти можно, а если в сторону, там деревня еще, там вообще интересно. Но сегодня туда не поедем. Как-нибудь в другой раз.